Азова проходит третий турнир по греко-римской борьбе в памяти юного спортсмена Александра Титова, трагически погибшего в возрасте 12 лет. На торжественном открытии соревнований все вспоминали лучшие качества Александра. Глава Азовского района Дмитрий Дизер отметил силу духа и целеустремленность спортсмена, его особый дар – быть лидером и примером для сверстников. Я выражаю особую благодарность родителям, которые постоянно принимают участие в этом турнире. Спасибо вам за вашего сына. Благодаря его имени сегодня вот столько ребят на территории нашего района будут соревноваться в баталии по греко-римской борьбе. Турнир собрал рекордное число участников. На двух коврах спортивного комплекса «Штерн» состязались 273 борца в возрасте от 8 до 12 лет из Омской области и Республики Алтай. В отборочных схватках хорошие результаты показали юные спортсмены из Одесского, Щербакульского районов и Омска. У нас в Одесском очень много классных борцов, и я хочу стать таким же. Я борюсь, как у меня любимые приемы – это накат, потом прогиб и через плечо, но у меня через плечо не так сильно хорошо получается. В группе лидеров и хозяева ковра. Спортивную эстафету от Александра Титова подхватил его племянник Артем. Я выбрал греко-римскую борьбу, потому что это самый лучший спорт из всех спортов. Мой любимый прием – бедро через себя. У меня еще много всяких фишек, и я сегодня покажу это на ковре. В финальных поединках будет разыграно 17 комплектов наград. Победители турнира получат кубки, медали и дипломы.